Привет, дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал Игра Empires of the Undergrove. Меня просили в комментариях: Воблер, начни проходить игру, либо начни ее заново. Мы уже в декабре 2017 года начинали играть здесь, это было 2 года назад, давно и неправда. Ну что же, мы там играли и не доиграли. Многие из вас даже не знают, не помнят, что там было, да я сам не помню. Сегодня мы же с вами тоже начнем все делать заново. Надеюсь, что у нас все получится. И вы поддержите этот ролик лайком. Чем больше лайков, Воблер, наша называется колония, тем я буду знать, что игра вам нравится. Итак, объясняю, что это такое. Это наш фармикарий. Вот это все фармикарий. Мы тут его развиваем. И здесь будет жить наша самка с нашими здесь муравьями. Вот, они просто здесь роют. С левой стороны у нас есть различные уровни, которые мы проходим. Проходим уровни, нам даются дополнительные бонусы в виде прокачки для муравьев. А также, ребята, еды. Еда очень важна. Будет еда, будут мурашки, будут войска. Здесь у нас прокачка наших муравьев. Вы поняли? Вот так вот. Нам надо собирать именно вот этот вот ресурс. Да, с помощью Royal. С помощью него мы можем прокачивать здесь все. Вот Ройла у нас 0. Непросто. 70 еды у нас максимально, и муравьев у нас будет 7 из 7. То есть максимальное количество муравьев. Что ж, мурашки есть. Вот как они выглядят. Мы выбрали мурашек, ребята, желтых. У нас будут желтые муравьи. Это у нас рабочие. Вот у них хпшка есть. Так, звук сделали немножко потише. Наши муравьи будут желтые. Таким образом, вы будете знать, если вы откроете еще сбоку, да, если желтый муравьи, значит, мы играем. Это и ролик 2019 года. Если муравьи красные, значит, это ролик 2017 или 2018 года. Итак, мы сразу идем в прокачку, сразу берем первый левел. Сразу мы берем хард, медиум. Ну, давай мы медиум не будем. Давай медиум возьмем. Вот мы сколько получим за то, что мы пройдем медиум. Стартуем. Не знаю, что с этого получится. Может, мы сейчас даже сольемся. Будем пробовать, ребята. Поехали. Итак, у нас есть территория, которую мы должны зачистить. Смотрите. На этой территории находятся разные вражеские жуки. И жуки, и еда. Поехали. Так, тут мы наш сейчас прокопаем. Надо аккуратно прокапывать. Так, что нам еще надо? Вот, личинок мы нашли. Сейчас наши завалят личинок. Мы сразу будем делать еду. Так, как у нас еда делается? Так, вы, ребята, далеко не копайте, пожалуйста. Ага. Все, сейчас у нас будут 7 рабочих из 7. Максимально у нас может 70 быть еды. Сразу делаем. Так, одна мурашка. Сколько у нас стоит, я уже не помню. У нас 17 еды, да, пока. Боевой муравей. Муравейчик. Нам, наша задача, перебить всех здесь жуков, которые есть на этой карте. Ну, понятно, что нам в любом случае придется здесь и с личинками тоже сражаться. Так, еды у нас нету, да? А что это нету еды? А у нас... Подожди, стоп, стоп. А они все королеве носят. Максимум у нас есть один муравей. Вот он, боевой муравей. Он здесь стоит у нас в колонии. Кстати, а что они здесь все равно коричневые? А, это наши. В фармикарии, то есть в муравьиной ферме. Кто не в курсе, фармикарии — это муравьиная ферма. Так вот, там муравьи у нас желтые, здесь же муравьи у нас такие. Ну, давай, что мы можем еще разрушить? Давай сюда сделаем. Прокопаем. Тут, в принципе, тоже какая-то еда есть. Еда нам нужна. Нам надо сейчас боевых мурашек сделать. Как можно больше. Так, еду носят. Чпоньк, 50 стоит, чтобы один муравей. Нифига себе. А какой я уровень вообще взял? Мне кажется, я сейчас перестарался немножко. Надо было легкое взять, а я типа опытный. На самом деле я
100 лет не играл, уже не помню, как это и делается все. Ясно. Хорошо. Прокапывайте сюда. У нас два муравья. Так, ловите личинок, ловите! Вот они, я вам даже подсвечиваю. Пацаны, идите сюда, личинку завалите. Так, нам нужно еду куда-то ложить. У нас еды нету, да? Давай, место для еды. Ой, возле королевы. Вот два места для еды, а не пятерочку. Теперь у нас, видите, 90 еды может помещаться. Муравей боевой здесь, 1,50. Блин, как-то дорого, слушай, один муравей стоит. У нас три мурашки боевые. Да я понял, что с едой маловато. Сейчас еду ложи. Так, у нас 4 боевых муравья. Пока 3. 3 из 4. А некоторые уже вылупились. Где мы еще можем взять еду так, чтобы мы не сталкивались с врагами? Давай сюда пойдем. Так, боевые наши, сюда. Стрелку я показал. Вот видите, то есть, куда они двигаются, я им указываю. Я вам даже подсвечиваю, на. Иди, иди. Еды у нас немало, в принципе. 110. Но мы все равно всю еду тратим на мурашек. В принципе, что нам? Сразу мы делаем еще здесь гнездышко. Тут у нас королева, тут еда, тут муравьи боевые. Чпоньк, чпоньк. Отлично. Так, давайте таскать, я вам подсвечу. Что тут? Ничего нету, да? Но тут враг уже есть. Надо будет как-то атаковать. Тут неизвестно что. Тут враг, тут и еда, и враг. В принципе, врага мы тоже можем жука разобрать на еду. А если мы не будем здесь ничего пробивать, они сами могут прорываться. Здесь неизвестно что, да? Ну, давай рискнем. Рискнем в любом случае. Так, сюда, пацаны. Первая группа — это боевые наши мурашки. Тут же сейчас будем прокапывать. Давайте сейчас. Мы живем, ребята, под землей, вы видите. Это непростая работа мурашек — жить под землей. Так, кто здесь? Здесь был знак вопроса. Ага. Все, валите. Кстати, боевые муравьи вроде бы как даже размером больше, чем эти маленькие, да? Так, что у нас с едой? В принципе, неплохо. Да, ну, до 90. Давайте соточку нам надо. Сотню, чтобы сразу сделать. Нет, не хватает сотни, да, чтобы сделать еще мурашку. Ай-яй-яй. Одна мурашка стоит 50. Одно гнездо для мурашки стоит 50. Потом восстановление вроде бы стоит дешевле чуть-чуть. Хватит ли нам 8 муравьев, чтобы убить его здесь? Вот непонятно, что там. Здесь вообще 3. Здесь 3, здесь много, здесь 2. Выгоднее, мне кажется, сюда идти, да? Так, сюда движемся. Так, кто-то вылубился. 8 муравьев у нас. Ладно, давай мы сейчас будем копачей сюда пустим. Наших рабочих муравьев. Так. Пацаны, сюда, сюда, сюда срочно все. Я с запахом показываю. Давайте, идите. Сейчас у вас тут вообще драка будет с какими-то жуками непонятными. Вот, жуки. Драка пошла. Гасите их. Одну загасили. Вторую. Что у нас? Мурашки не пострадали. Все, все вынесли. Отлично. Зачистили. Так, возвращаемся на базу. Так, единичка. То есть мы можем даже по группам разделять, видите? Отлично, тут завалили. Что у нас дальше? В принципе, мы можем... Максимально у нас еды. То есть все у нас едой забито. Мы давай еще боевых мурашек сделаем. Вот сюда. Сюда поставим. Хорошо. Еду мы отсюда вытащили. Они все забрали, в принципе. Вроде бы все. Сейчас мы атакующих... Так, вы сюда, ребята. 10 штук, вы будете толпой держаться. Сейчас подождем, пока 2 муравья вылупится, ребятки. Даже можем еще одного бабахнуть. Вот сюда. Вот видите, новые яички желтые. Это уже запасные. Стоят. 8, 11, 3. Уже десяток. В
В принципе, нормально. Мы сейчас постараемся пробить. Сразу мы метим единичку сюда. Они идут, наши мурашки. Идите сюда. Отсюда будем атаковать. И тут сразу будем прокапывать. Я понял, что нету еды. Я все понимаю, но так... Сейчас будет еда. Надо, чтобы, наверное, еды было чуть-чуть в запас. А сразу войска все вкидываем. Все, вот атакуйте, пацаны. Пошла жара. Я даже вам подсвечу фонариком, чтобы вы атаковали. Фонариком свечу. Завалили. Хорошо действуем, смотри. Пошла жара. Все, вы разнюхали, все забрали. Еду всю забрали. Жуков потащили. Отлично. Тут вот еда, коморка разложили. Так, плюс одна мурашка у нас. Добавляем. Ага, мы, в принципе, вот это можем сейчас зачистить. Смотри, у нас территория будет больше. Вот так вот все мы зачистим. Оно нам нафиг не надо, тут эта земля. Все. Отлично, все разрушили. 75 еды, у нас 11 муравьев. Давай мы одну мурашку, и одна будет в запасе. У нас вот, в принципе, тут еще еда лежит. Максимум 110 еды у нас есть. Теперь надо идти сюда. У нас 3 противника и много еды. Значит, идем налево. Пацаны. Пацаны-муравьи. Пацаны, мы все налево. Точнее, направо. У нас правая сторона. Смотрю направо, говорю налево. Так, и сейчас мы будем копать. Копать отсюда. Сейчас мы тут все прокопаем. А ну, я вам подсвечиваю. Атака. Все сюда, сюда. Вы же должны атаковать. Вот у нас боевые муравьи. Все. А, здесь 3. А ну, втроем нападите на них. Кто-то из муравьев у нас помрет или нет? Смотрим. Один умер. Появился, сразу родился. Один пострадал. Ну, ничего страшного. В принципе, нормально. Еду забрали, все забрали. Наши пацаны. Ту-ру-ру-ру, домой, жрачка. Воблер нас кормит. Вот так мы, ребята, развиваем. Говорят, в чем смысл игры? Проходим уровни, да, проходим здесь... Различные задания. Прокачиваем наш основной муравейник с помощью этих заданий. Итак. Еще 2 жука. 2 жука сюда добавляем. 2 муравья. А, еда еще на... Ага. Еда еще добавилась. Еще еда. Давай, слушай, а что тут так много еды было? Ничего себе. Так, 56 у нас в запасе. Вдруг там надо будет на мурашку. Смотри, у нас будет 8 плюс 8. Уже будет 16 муравьев. Вот так вот. Какую я не помню кнопку я нажимал, что можно было смотреть у них ХП. Вот не помню, что я тут нажимал. ХП было видно. Ладно. Все, мурашки готовы. Что мы будем делать? Мы будем атаковать. Сначала вот этих заатакуем. Или вот эту группу убьем. Не, тут очень такие неслабые войска. Прям возле нас. Ладно. У нас тоже немало. У нас 16 муравьев. Что тут мы боимся? Так, сюда. Ну, тут 4. Еды никакой. Сейчас, конечно, будем умирать. Но без этого никак. А здесь еще какие-то мокрицы или что-то такое. Сожрать их. Приказано уничтожить. Жрите их. Армия муравьев. Воблера. Имени Воблер. Давайте. Управляем. Да. Завалили, сожрали, уничтожили. Отлично. Так, надо наращивать. Наращивать, наращивать. Есть тут еще... Есть, эти тоже есть. Еда есть, значит добавляем плюс 2 муравья. Сюда. Уже у нас будет 18 мурашек. Хорошо. Здесь вроде бы какая-то еда, но я боюсь, что я могу тут прокопать, и эти толпой нападут. Смотрите, сколько их здесь. Ох, не слабо. Ну, давай прокопаем, попробуем. Попробуем посмотреть, что... А, еда у нас еще есть, значит, мы можем еще. Давай, наверное, еду добавим. Еду добавим, ребятки, сюда, чтобы больше еды можно было носить, чтобы больше запасы были. А тут давай мы прокопаем дальше. Не знаю, что тут находится, будем надеяться, что это еда, а не как... Видите, знак вопроса. Они какие-то вражеские муравьи. Так, сюда у нас уже 18 штук. О, мокрицы, вам всем хана. Нападай! Они мокрицы называются, или как они правильно называются, ребята? А ну, кто в курсе, пишите. Такие панцирники, знаете, они там, где сырость обычно живут. Вот когда поднимаешь кирпич, допустим, который там лежит где-то на земле, они могут под кирпичом сидеть. Так, вот они все забрали.
Еду, еду, несите все на базу, пацаны. Еду взяли, потащили, смотри. Ладно. Добавляем еще. Пум-пум-пум-пум-пум. Представляете, что нас здесь ждет? Здесь вообще будет жестко. Здесь одни враги. Это эпик. Давай мы отсюда как-то нападем. Отсюда пойдем. И вот через... Или через верх пойдем. Хорошо. Возвращаем сюда. Так, может даже на две группки переделать. Давай вот первая и вторая группа будет. Или даже в первую. У нас все атакующие, в принципе. Тут. Так, 140 из 140. Хорошо. Тут мурашки. Ставим. 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 Вот это колония. Вот это понимаю. Можно было и хард брать. Или там, наверное, еда как-то. Еды было бы меньше. Хорошо. Значит, смотри, что мы делаем. Тут прорываем ход. Забираем еду. Есть вероятность, что здесь будет не только еда, но еще и противник. Потому сразу мы сюда нашу армию вперед. Гасите их. Отсюда мы сейчас пойдем тройку завалим. Пока у нас толпа. Разберем на детали этих жуков. В принципе. Гасите, гасите этих макрис. Ничего себе. Они даже кого-то из наших убили, что ли? Что-то 15 из 17. Так, все, еду понесли. Давайте сюда. И тут три врага. Сейчас мы всех завалим. Смотри, как мы четенько развиваемся. Ох, у нас колония. Уже похожа на муравейник. Уже, в принципе, не слабо. А ну, напасть. Давайте толпой, толпой гасите, гасите. Оп. Кто-то из мурашек откинулся. А, можно, кстати, сделать... Смотри, что мы можем сделать. Элементарно. Еду прям здесь на месте. Чтоб нашим муравьям еду далеко не носить. Они прям сюда будут ее сразу складывать. Вы поняли? То есть они сюда складывают, сразу засчитывается к нам туда. Так, мы также можем здесь и мурашек поставить. Вот тут у нас будет располагаться новая армия муравьев. Так, давай, смотри. Оп. Оп, главное не забыть, что у нас первые и вторые тоже мурашки. Так, все, мы тут разложили, никого нету. Врагов нету, больше ничего не вижу. Хорошо. Но здесь непросто. Давай пойдем через левую сторону. В левой стороне много всего. Так, первый отряд сюда. Второй отряд сюда. Там уже вылупились, я уже слышу. Так, копаем землю. Здесь врагов будет очень много. Сейчас будет знатная битва, ребята. Смотри. А ну, пацаны. Ого-го-го. Вот это замес. Вы посмотрите, сколько здесь их. Ох, они выделяют какую-то зеленую кислоту. Давайте, ребятки. Мурашки. Гасите всех. Так, кто-то там рабочий носит. Жрем, жрем, жрем. Завалили. Отлично. Тут теперь тоже доступ к еде. Сейчас сразу ставим тут у нас еду, чтобы не носить. Чпоньк, чпоньк, чпоньк. Все, 180 максимум еды. Этих завалили. Так, армия подходит. Носит. Видите, они на кусочки разбирают и носят. Так, 190 из... 180 из 190. Значит, еще. Так, что-то мы тут... Уже увеличиваемся. Так, в размерах. Отлично. Тут мы поставили муравьев. Смотрите, сколько еды несут. О, всякие маленькие жучки, личинки. Хорошо. Прям хорошо. Армия развивается. Чпоньк. 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 Еще и с правой стороны. Еда. Сколько у нас уже мурашек? У нас уже вообще капец. 26. Ого. Смотри. А, это сейчас 19 из 26. Сейчас они вылупятся. 26,8. Это 34. И тут у нас 38. И 40. 40 мурашек боевых. Вы представляете, какая армия? Вот это да.
Вот это круто. Сейчас мы отсюда пойдем атаковать. Тут как раз и еда, и все остальное. Так. Давайте мы тут сейчас прокопаем. Сюда прокапываем. И сразу боевые муравьи. А ну, пацаны. Давайте. Может, их даже всех в одну сюда, в одну колонну. Пусть они уже толпой. Если я приказал атаковать, значит, сюда идем. Вот они, смотрите. Ого. Вот это знатная битва. Жрите всех. У нас 40... А, еще сверху показано, сколько мурашек. Вот 40 из 40. Если кого-то убивают, то они сразу вылупляются. Вы поняли? Тю-рю-рю-рю, вот. Идут те, кто умер. И снова возродились. Так, берем мурашек. 240 еды. Максимально у нас есть. Сейчас еду носят, видите, все толпой. Тут они могут складывать. И тут могут складывать. А что вы туда носите? Вот тут тоже вы можете ложить, ребятки. Ага, все забили. Давай где-то возле королевы все-таки сделаем. Новых мурашек. Так, отлично. Еще плюс 5 муравьев. Можно, в принципе, даже не ждать, пока не вылуплятся. Сейчас они немножко еду отнесут. Смотри, снова 160. 100. Ого, можно еще поставить. Слушайте, но мы развиваемся очень быстро. Реально быстренько. Не даем врагам вообще никакого спуску. Так, сюда. Да что же, у нас снова еда? Снова хватает еды заполнить? Ладно, пусть у нас 70 остается. Мурашек. Ага. Каждое, получается, каждое место это 50 еды. И вылупление мурашки еще 5 еды. Получается вот так вот. Ладно. У нас 45 и 49. Значит, что мы делаем? Смотри, мы сейчас вот здесь прокапываем и просто валим всех. У нас уже 40 мурашек, у нас армия просто громадная. Вот здесь все. И уже можно даже ничего там и не носить, можно просто идти и валить их всех, вы поняли? Давайте, пацаны, прикройте своих рабочих трудяг. Вот они, толпой, напасть, уничтожить. Приказано уничтожить, завалили толпой. Это жестяк. Кто там дальше? Двигаемся дальше. Давайте, ребята, копаем. Копаем сюда, валим всех. Сюда, сюда. Так, ага, двух муражек они погасили. Это от тех, которые копали. Но ничего страшного. Бьем, бьем их. Зарубили. Отлично, наши там просто еще еду носят. А что вы так носите? Давайте вам вот тут прокопаем, и чтоб было тут вот так вот. Чтоб вы кругом круги не делали. Будете ходить прям сюда, да, вот четенько. И даже здесь будете ходить. Прокопаем, смотри. А то вы прям такие круги делаете. Даром топливо тратите. Свою муравьиную энергию, да? Ой, что у нас еще есть? Жрачки у нас полно. Атакуем дальше. Рубим здесь. Так. Пацаны. 49 мурашек. Представляете? Вот это атака. Вот они. Нападайте, я вам подсвечиваю. Жрите. Жрите толпу такую. Все, всех захавали. Отлично. Все сожрали, еду сожрали. А давай мы еду вот здесь тоже поставим, чтобы вы не носили далеко. Все, мы почти всех уничтожили. Вот тут будет еда. Отлично, потратили на еду. Все круто, сейчас они там понесут. Королеву накормят, всех накормят. Тут еду сложили прямо возле королевы. Еды много, тут даже что-то и... Ага. Что-то и осталось. Вот 280. Новые мурашки вылупляются у нас. Отлично, значит... Давай там пум-пум-пум. 300 еды максимально может быть у нас. 148, смотри, еще. Воу, да мы вообще богачи. 55 мурашек.
152 еды. Давай вот так еще одну поставим, и 102 еды как раз будет на вылупление новых муравьев. Ждем, пока вылупится 7 муравьев, и сразу атакуем. В принципе, этих достаточно для атаки, мне кажется. Можно никого даже не ждать, да? Там, кстати, рабочие тоже муравьи надо. Муравьи рабочие что делают? Во-первых, еду носят. Во-вторых, они носят яйца от королевы в те места, где я вот, допустим, поставил эти, вы поняли? Яйца, где будут лежать. То есть я показываю, где будут лежать яйца. Вот они вылупляются, у нас 67 еды. Еда уменьшается у нас сверху. Ну все, последний, финальная битва. Давай мы отсюда вот нападем. Сначала еду возьмем. Смотри, как раз они тут пойдут. По-быстренькому. Можно даже... Ладно, можно было прокопать немножко. Так, армия наша. 57, говорю, 157. 57 муравьев. О, напали на этих вот панцирников. Какие-то космические. Вот смотришь, думаешь, блин, реально какое-то космическое существо, да? А такие реально у нас на планете есть. Просто что они маленькие и... Если бы они были большие, там, по полметра, по метру. Такой идешь, гуляешь, и такой панцирник. Люди бы, наверное, гуляли с такими панцирниками. Знаете, как с собаками, с котами. Было бы смешно, конечно, посмотреть. Хотелось бы посмотреть, как это все было бы. О, пошли. Разобрали на детали, на запчасти. Все, и унесли. Молодцы. Ну, что могу сказать... Еды много, всего много. Давай мы просто сейчас вот... Ага, мы оттуда атаковать не можем. Атаковать можем только с этой стороны. Вот отсюда мы атакуем. И сразу сюда армия. У нас с левой стороны внизу мини-карта показывается. Где бегают наши мурашки. Давайте, пацаны, в атаку. Последняя битва. Вы сможете. О, супер-жук! Супер-жук, супер-жук, супер-супер-супер-жук. Кислотой всех жарит. Нападайте на этого жука. Да все, его сожрут сейчас. Со всех сторон. Завалим. Пуф, он и откинулся. А еще кто-то там есть? За секунду сожрали супер-жука. У нас даже еды полно. Слушайте, вот это жесть. Давай еще поставим. Я понимаю, что уже все, мы почти прошли, но еды много. Еды много, всего много. Мурашек много. Сейчас будет 59 мурашек. Давайте еще одну поставлю, чтобы хотя бы было... Вот так вот. 60... А, подожди, уже 63 мурашки. Ё-моё. Вот это мы даем жару, ребята. 64. Так, все, 65 мурашек. Вот это армия. Смотрите, уже хочется кого-то такого жесткого завалить. Но мы завалили топового жука. В принципе, неплохо у нас получилось. Так, что мы можем сделать? Ну, давай мы, все, ребята. Последняя битва. Сейчас мы их приговорим. Вот, жрем. Отлично. И сразу боевые мурашки. О, здесь два супер-жука, которые кислотой рубят. Нападай! Ну, на 65 мурашек по-любому они завалят. Видите, в таком узком пространстве один на один спереди дерутся. Ну, не знаю, как получится. А, наши уже вовнутрь забежали. Ого! Слушайте, это сложно. Наши жестко умирают, у нас еда заканчивается. У нас закончилась еда. Жесть, 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 пацаны. Их кислотой... Сразу окропили. Можно сказать так. И они теряются. Давайте гасите и гасите. 34 мурашки. Неужели сейчас закончится вся наша атака? Так, один упал жук. Второй упал. Фух. Это было очень тяжело, ребята. Мы чуть не умерли. Это было жестко. Капец. Еле выжили. То есть два жука, они еще встали в ту туннеле. И вообще не пройти. То есть надо так, чтобы мурашки еще сзади смогли пройти. Ну круто, мы забрали. А, сейчас мы должны выбрать то, что мы хотим. Либо еды 2000. Либо, ага. Экстра.
либо вот это. Блин, даже не знаю, что и выбрать. Больше еды. Да давай выберем вот этот вариант. Лучше еды меньше. Я выбираю ассорти. Конец левела. Вот что мы заработали. То есть я выбрал такую вот. Я выбрал, чтобы было больше рояла на прокачку. Вот скор. Да, скоро 15 тысяч. Медиум. Нормально мы прошли. Вот наш фармикарий тут. Мы уже можем развиваться. Отлично, прогресс. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что в следующих роликах мы продолжим выполнять задания. Продолжим развивать наши муравейник. Это мы находимся под землей. Когда мы вот это разрушим, мы можем нападать уже наверх. Вы поняли? То есть наверху там будет жестко. Потому что хочу сказать. Придется нам непросто. А вы, ребятки, подписывайтесь на канал Воблер, если вы еще не подписаны. А также не забывайте, что ролики про муравьев будут выходить каждый день. Во второй половине дня. Поэтому заходите и смотрите. С вами был Воблер. Удачи и пока.